Драч приятен, шановні друзі, дорогі друзі. Через несколько часов наступит 2021 год, год новых надежд. Уходящий год принес много горя в нашей семье, но дал нам осознание того, что у нас есть Родина, у нас есть дом, и мы всегда можем вернуться и чувствовать себя в безопасности. Я благодарен каждому, кто протянул руку помощи в этом уходящем году всем нуждающимся. Я благодарен всем, кто поддержал меня по выдвижению на должность президента Республики Молдова. В 2021 году мы готовимся к внеочередным выборам в парламент республики. Партия регионов – партия диаспоры. Партия регионов – партия народа. И мы с вами напишем новую историю нашей любимой Родины. Дорогие друзья, я вам желаю, чтобы в этом году реализовались все ваши желания и все ваши мечты. И чтобы вы реализовались у себя на родине. Это самое дорогое, что может быть. Так говорю я вам, человек, который прожил много лет за рубежом. И сейчас, находясь в Молдавии уже долгое время, я осознаю, насколько это счастье быть дома. Я желаю здоровья вам и вашим близким. Самое дорогое – это Родина, семья, родители, наши дети. Здоровья вам всем. Берегите себя. Ламульц Ань. С Новым годом!